Праздник Успения Пресвятой Богородицы посвящен воспоминанию праведной кончины Божией Матери. Согласно церковному преданию, о грядущей кончине Пречистую Деву возвестил Архангел Гавриил. Мария захотела проститься с учениками своего Божественного Сына. Апостолы, проповедавшие веру Христову по всей земле, были чудесным образом собраны к ее смертному одру. Когда же настало время кончины Пресвятой Богородицы, явился сам Господь Иисус Христос и принял ее душу в свои руки. Оплакав разлуку с Пресвятой Богородицей, апостолы торжественно перенесли ее тело в Гефсиманский сад и похоронили в пещере. Апостол Фома, промыслом Божьим не успевший на погребение, прибыл в Иерусалим лишь на третий день после прощания с Божьей Матерью. Желая его утешить, апостолы открыли гроб, но увидели в нем только погребальные пелены. Так они уверились, что Пресвятая Богородица была с телом вознесена на небо. Вечером того же дня Богородица в окружении ангелов явилась апостолам и приветствовала их словами: «Радуйтесь, ибо я с вами во все дни».